мотор. Кто будешь звать? Нет равных в маневренном бою. Тот, кто управляет мигом, господствует в воздухе. Мощное ракетно-пушечное вооружение и совершенные радио- и квантово-оптические локационные системы гарантируют поражение противника. Самолет уничтожает воздушные цели на средних и малых дальностях, в том числе и на фоне Земли, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при наличии активных и пассивных помех.
Интегральная аэродинамическая схема, два разнесенных мощных двигателя обеспечивают МиГ-29, не имеющий аналогов, маневренность и тяговооруженность, живучесть и безопасность, простоту пилотирования. Максимальная скорость самолета 2400 км в час. Потолок 18 км. Допустимая перегрузка 9 единиц. Тяга двигателей превышает вес самолета, что обеспечивает превосходные разгонные характеристики. Дальность полета МиГ-29 без подвесных топливных баков 1500 км. А при подвеске трех баков возрастает до 2900 км. Самолет неприхотлив к взлетно-посадочным полосам и может взлетать и садиться на полосы с твердым грунтом. Длина разбега на взлете при форсаже двигателей всего 250 метров. Самолет вооружен пушкой калибра 30 мм и может нести на шести точках подвески всеракурсные управляемые ракеты воздух-воздух средней и малой дальности с тепловыми, радиолокационными, активными и полуактивными головками самонаведения, а также управляемое и неуправляемое вооружение воздух-поверхность различных калибров. Вес боевой нагрузки достигает 2 тонны, а в спецификациях 4 тонны. Самолета позволяет поражать цели на расстоянии от 200 метров до 50-60 километров. Новые всеракурсные ракеты ближнего боя способны уничтожить цель, маневрирующую с десятикратной перегрузкой. Высокая точность стрельбы из пушки по воздушным целям обеспечивается квантовой оптико-локационной станцией. Все системы управления вооружением МиГ-29 действуют взаимосвязанно, дублируя друг друга, что гарантирует высокую результативность атаки в различных вариантах боя в любых метеоусловиях. Система встроенного контроля отслеживает более 80% комплексов и систем самолета. Обеспечивается оперативная индикация и регистрация состояния бортовых систем в полете и при подготовке самолета. Предполетная подготовка проводится за 20 минут. Для проверки и регулирования оборудования при проведении регламентных работ и поиска неисправностей служит мобильный комплекс контроля.
Конструкция МиГ-29 обеспечивает удобный доступ к агрегатам, узлам и системам самолета и легкое подключение к ним средств наземного обслуживания. Достаточно сказать, что замена двигателя самолета 4 специалистами выполняется за 2 часа. Самолет можно эксплуатировать на аэродромах, соответствующих нормам ИКАО. Приобретая УМАПО МиГ-29, наши клиенты получают не только лучший истребитель своего класса, но и комплекс услуг по обслуживанию и ремонту самолета, обучению персонала. МАПО гарантирует высокий качественный уровень послепродажного обслуживания поставляемых самолетов. Специализированное подразделение МАПО-сервис в течение гарантийного срока, продолжительность которого определяется контрактом на поставку, проводит сборку и отладку систем самолета, устраняет отказы блоков и агрегатов, консультируя персонал покупателя по вопросам эксплуатации. МАПО приближает сервисное обслуживание к своим клиентам и создает технические центры обслуживания за рубежом. Такие центры созданы в ФРГ, Индии, Малайзии. МиГ-29 – самолет, созданный на долгую перспективу. Сегодня, как и 10 лет назад, он благодаря постоянным модернизациям остается лучшим в мире среди всех легких истребителей. С МиГ-29 оборона любой страны всегда на высоте.